округ продолжает готовиться к отопительному периоду. Подготовительные работы выполнены почти на 40%. На улице 3-го интернационала ремонтируют водозаборный узел. Он обслуживает 10 тысяч жителей северной части Люберец. ВЗУ номер 16 не обновлялся с 1965 года. Реконструкцию начали в мае 2021 года. Обновляют все технологическое оборудование и помещения. На работы выделено около 30 миллионов рублей в рамках инвестиционной программы Люберецкого водоканала. По плану, я думаю, что мы где-то в сентябре месяце завершим данный ремонт. И стоит задача, чтобы не только зимой, но и в летний период наши жители были с водой, не было бы проблем. Нет абсолютно никаких сомнений, что мы эти работы выполним в срок. На сегодняшний день в рамках реконструкции будет установлено энергосберегающее оборудование с частотными преобразователями, которое позволит, первое, обеспечить плавный пуск насосного оборудования и, прежде всего, это повысить качество подаваемой услуги населению. В рамках данной реконструкции у нас планируется запитать данное ВЗУ полностью московской водой.